Челябинскую область признали сельскохозяйственным лидером на выставке «Золотая осень» в Москве. Делегация Южного Урала получила гран-при крупнейшего форума в сфере АПК. А медали продукция наших аграриев взяла столько, что фермеры побили свой же рекорд прошлого года. И сегодня мы им вручили награды. Чем блистал Южный Урал на ВДНХ, расскажет Ирина Гончаренко. Это лучшие аграрии Южного Урала. Их продукцию и научные разработки отметили на всероссийском уровне на выставке «Золотая осень». Вот губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Москве презентует проект агрокомплекса «Чурилово». Компания планирует строительство теплиц и логистического центра в Усть-Катаве. Агропромышленный парк создаст более 1500 рабочих мест. Теплицы, где будут выращивать помидоры и огурцы, займет территорию 25 гектаров. Это равно 50 футбольным полям. Система досвечивания. Это самое главное. Мы сейчас над ней работаем, испытываем новые лампы для растений, подбираем специальные спектры. И это новые технологии по выращиванию, то есть там увеличивается плотность посадки, лотки. Строительство началось, и в августе мы планируем запустить уже у нас будет первый посев. Продукцию агрокомплекса «Чурилово» и других сельскохозяйственных предприятий отметили почетными наградами всероссийской выставки «Золотая осень». Она прошла в Москве. В конкурсе на лучшую продукцию участвовали более сотни южноуральских компаний. И Челябинская область вновь побила собственный рекорд. Фермерам и ученым удалось завоевать 88 золотых, 40 серебряных и 25 бронзовых медалей. Всего 153, на 20 больше, чем в прошлом году. Наши инвестиционные проекты – это растительные напитки, а также тепличное предприятие в городе Усть-Катав, которое будет построено в ближайшее время, удостоились отдельных наград. И более того, у нас были впервые признаны победителями и муниципальное образование. В частности, Сосновский район завоевал золотую медаль за программу устойчивого развития сельских территорий. Показали на выставке проект «Союз пищепрома» по производству молока из риса и миндаля, а также завод по разведению осетровых. Челябинскую область признали сельскохозяйственным лидером и вручили делегации главный приз «Золотой осени» гран-при. Ирина Гончаренко, Надежда Головина, ОТВ.